Всем добрый вечер. Сегодня 4 марта 2022 года. Я собираюсь кормить собак своих ужином. И вот, пожалуйста, наши мисочки готовы. Корм Royal Canin Starter смешиваю с мясом, рыбкой и овощами. Напомню, что мы на смешанном питании, но некоторые собаки у меня, конечно, на чистом мясе с овощами. Ну, так, когда мама там кормящая, например, то я делаю, мне там надо откормить прям очень-очень кого-то, я тогда корм не даю, даю мясо. Ну, сегодня у меня практически у всех миски одинаковые, мамочек я уже там отдельно покормила. Вот, ну вот показываю свой вечерок. А также это овощи, какой сегодня, наверное, третий раз уже, морковь, чтобы погрызть. Это миска наша Этуаль. Здесь куриные шеи, желудок, говядина и морковь. Ну, разное здесь такое мяско, и говядина, и железо здесь. Ну, то есть, все как положено. Морковочки там 100 грамм. Маф. Вот такой вот у нас ужин. Всем приятного аппетита!